tylko jedno w głowie mam. Koksu 5 gram odleci. Krainę zapomnienia. Слушай, ну у меня есть одно иди занятие. Сюда, иди сюда. У меня есть одно занятие на 2 месяца, которое я могу тебе предложить. Иди сюда, иди сюда. Ну слушай, меня немного пугает то, что ты отводишь меня в уединенное место. Иди сюда. И уходишь от Ани. Иди сюда. И что ты от меня хочешь? Короче. Че? Мы сегодня должны протестировать вот эту вот фигню новую, когда кто-то отойди умирает. От меня. Нет, отойди я от... не буду тебя убивать, иди сюда! Хорошо. Короче, мы сегодня должны протестировать эту фигню новую. Когда кто-то умирает, из него выпадают шмотки, короче. Ты будешь сегодня шпионом. Ты шпион. И ты агент, и я тебя отправляю на миссию. Ты тихо, тише разговаривай. Чтобы до конца вот этого стрима ты как-то подстроил как-то случайно, чтобы оно получилось. Случайно подстроил смерть Клайпа. Клайпа. Мистер Беспалевность вообще. Тихо, тихо. Тихо, тихо, там бог сверху говорит. Тихо. Чтобы ты случайно подстроил смерть Клайпа, чтобы мы вот это, чтобы мы узнали, что нам выпадет и вообще работает ли это фильм. Быстро, нам его убить, что ли? Случайно, то не пались, самое главное. Так я не знаю, чтобы он случайно стоял, и у него сзади спины там случайно крипер как-то появился, или там лава там. Эти кто эти? Как это появлю? Ты агент. Ты агент Хурейт. Херайт, лава нужна. Лава. Иди к лаве, и чтобы мы протестировали. Ты в этом сезоне будешь не правой рукой, ты будешь киллером. Ты киллер. Меня это не устраивает. Мне правой рукой нравится быть больше, понимаешь? Ты в этом сезоне киллер. Нет, мне это не нравится. Можно я буду правой рукой, пожалуйста? Все, хорошо. Если не справишься с Клайпом, тогда убей Фроузена. Хорошо? Так Фроузен шахте где-то, он сам свои не сдохнет. Подстрой так, чтобы на него свалился гравий и... Андрей, отошел. Отошел отсюда. Не подслушай! Не послушай, у нас здесь уединенные разговоры. Катя. Да, Катя в машине сидит. Ну, сидит. Было бы это так. Фотошоп, конечно, хороший. Но если бы Катя сидела рядом со мной в машине, я бы обосрался отчасти. Пожалуйста, я хочу встретиться с Катей. Господи, я уже... Ладно, все, я молчу, просто...